К нам поступил вопрос. Здравствуйте, у нас свадьба 10 июня. Кавор на свадьбе должен быть крещен в армянской церкви? Должен быть он женат? Если он женат, то жена должна быть кавор-акин? И что мы должны сделать до венчания? Отвечаем. Добрый день. Первое. Кавором, свидетелем на венчании, может быть человек, который является чадом и прихожанином армянской апостольской православной церкви. Для этого не обязательно быть женатым. Если он женат, то супруга автоматически становится свидетельницей на венчании. И второе. Вам необходимо заблаговременно посетить храм и пройти подготовительную беседу, что является необходимым условием перед совершением таинства венчания. Храни вас Бог!